Ой, ждать догонять. Сынулька едет. Маленько получше. Второй год живу. Ничего, все будет хорошо. Едет с женой, едет. Ой, идут. В белой футболочке. Я уже жду. Звоню вам. А вы звонка не слышали, да? Цветочки. Так не хочется с летом расставаться, да? Говорят, вроде сентябрь теплый. Теплый? Огурцы у нас тоже все пожухли. Да вон там есть несколько огурчиков. Почему-то я не вырываю помидоры, я все удалила. Помидоры мы тоже давно вытащили. Почему ты их таракан назвала? Ну, не знаю, так и выглядят. Так. Цветочки-то, они не таракан, они какие-то темно-бордовые, да? Ну, вообще какие-то чудные, да. Да не чудные, не... как восковые, да? Ну, каких-то жуков похожие. Туда-куда в город-то выходит? Затем нам туда. Там вон туда, налево. Я поэтому и спрашиваю, туда-куда выходишь? И там можно, там 35-й ходит автобус, маршрутка, а здесь 135-й, сейчас вы поедете. Сюда на 135-м мы приехали. Угу. Сейчас назад на нем поедем. Все, что, пошли мы. Да, а да, вот да. Да, да, да. Помашите рукой. Мамулька, да, еще. Я, говорит, один приеду. Да. Спасибо, Наташа, что ухаживаешь. Умница. Я так тебе благодарна. Димочка, девочка, сыночек. Димуля! Пока, родной. Пока, Натал. Пока, пока. До связи. Опоздала Наталью проводить с Димой. Машет ручкой. Дима, Димочка, Димуля, роднулька. Такой 31 у меня августа. Последний день лета. Ой, такие поздние цветочки красивые. Добрый день. 13:30. Все машет рукой, идет. Бабочки летают. Все, надо идти домой.